Меня зовут Артур Макряк, и я хочу познакомить вас с платформой, проектом «Социальная академия для взрослых». Это программа дополнительного неформального социально-гуманитарного образования, воспитания взрослых волонтеров, активистов и лидеров гражданского общества. Идея состоит в том, что необходимо определенным образом дообразовывать современных взрослых людей для того, чтобы у них окончательно формировалось национально независимое критическое мышление, они полностью могли компенсировать свою выученную социальную беспомощность социально приобретенной компетентностью и научились профилактировать и бороться со своим социальным выгоранием. Окей. Попробуем.